Метеорологический спутник «Метеор», запущенный из космодрома «Восточный» сегодня днем, отсутствует на целевой орбите. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Если до сих пор нет подтверждения выведения спутника «Метеор» как основной нагрузки, то нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением разгонного блока. В таком случае падение могло возникнуть в океане в районе Антарктиды. Как мы ранее сообщали, через 5 минут после запуска с космодрома «Восточный» ракета-носителя «Союз-2», вторая ступень отделилась над Вилюйским районом. Специалисты, находившиеся в базовом лагере Роскосмоса на территории Угуляцкого наслега, увидели фрагменты и услышали звуки отделяемых частей. Сейчас их ищут беспилотники и радар. Сбор фрагментов запланирован с началом светового дня. Все ступени приземлились в заданные районы падения. В районе падение второй ступени наблюдали падение отработавшего блока. Радарные системы засекли точки приземления. Сейчас идет обработка этих данных. Беспилотная авиация находит фрагменты, уже упавшие на земле. Информация будет обрабатываться и поступит через пару часов.